Ладно, делаем. Так, новых фолловеров у нас достаточно много уже. Я сейчас могу посчитать, сколько. Обновлю, пожалуй. Три уже плюс 20 за плюс 20 за марафон. Да. Зэмы, хотя, наверное, правильно. В принципе, довольно тяжело играть с ним. Очень много сил тратится. Здесь это не повлияет на качество последующих рубрик. Не повлияет. Артем написал, что придет в 4. То есть ты понимаешь, что нам нужно будет создавать турнир по Грязи Хаос без него. И без. И в Орду тоже без него. А вот к. Ну, в Атом, да, Артем придет и даст все. Всем люлей. Люлей. Вообще, развесь. Так, ну что? Владик. Слон Б3. Че, не знаю, что это будет. Надо было на ДТ отступать, да? Ну нет, это людей, это понятно, слон С2 вообще. Опять конь у тебя на А4, че он постоянно там мысли? Это вообще тема этого матча. Поставь коня куда-нибудь. В одно место. И надеюсь, она чудо. Солнце 2. Или там Б3 будет. Куда коня спасать после там? Ну ты на коне вообще один тупее другого. Когда вас хотят слабыхать конь С5, я не, к сожалению, не могу конь С5 играть, потому что там сам Б5 в конце. Пока конь не висит, да? Пока нет. Это уже больно. Сильное включение. Да ладно, все нормально, наверное. Выходит, слышу. Не, он не будет здесь, чё. Нужно его возвращать куда-то. Давай на Е4. Конь Е4, хорош ход. Не уверен. Координация теряется. Почти зевок, кстати. Я думаю, казалось, бесплатно отдали. Ты недооцениваешь, Владик. Конечно, слабый шахматист, но не настолько. А, так. Он потом тебе ВКонтакт напишет, почему ты не предупредил меня, как этого мужика звали, я уж не помню. Алексей. Яровинский, который, ладно. Я тебе намекал, чтобы ты не озвучивал. Да, тебя, как это ты смотрел? Ты, конечно. Ты смотрел «Полицейского с Рублевки»? Нет. Там, ну, по-любому, вот кто-то из вас, вот 68 человек, кто-то из вас смотрел «Полицейского с Рублевки». Ну да, хоть, наверное, смотрел. Да, крутой сериал. Да чего, чего ты взял? Это очень веселый сериал. Какой? Чисто уже. А что нам делать? Подожди. Какая-то позиция мне не нравится. 70. Евгений Новиков пишет. 70 человек на стриме. Евгений, какой у вас рекорд? 150? 200? Какой у нас рекорд? Ну, у нас вот 70. У нас было 100, ты чё? А, ну это на Ютубе где-то, да? Чем я сыграл ладья Б1, это, конечно, загадка тысячелетия. Чем это включение мне помогло? Равная позиция. Да, верно. Там мата там не будет, так? Нам. Может, не равная. Ой, Евгений молчит, не хочет валиться. Говорить, насколько мы угодим. Я думаю, у Евгения еще и тут 250-то было, наверное, 300. На какой-нибудь из трансляций. Что это за позиция? Я не знаю, мне кажется, уныло. Ну, черт, пешки по белым. Это должно быть хорошо для нас. У нас король не выходит, это плохо для нас. Ты смотри, какой слон вообще у черных. Инсулина нашего. Молчит Евгений, не хвастается, не хочет хвастаться. Молчит? Молчит, как партизан. А, вот, Евгений говорит, у меня доходило почти до 100, но с учетом всех зрителей на Twitch, YouTube и Good Game. То есть он на трех площадках одновременно проводил видео. А, ну... У нас 100 как-то на YouTube вроде было, но... Было давно и неправда. У тебя то птицы, то собаки, то кошки. Чего там за питомник вообще? Ты где живешь?
Это мат? Да. Тут не мат, это без слона. Это без слона.